И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Мокери и Апология номера. Produced by... Александр, короче. Сооснователь творческого объединения Ритуал. Ритуал, я верно понимаю, это и есть вот это их весь... типа, склад. А нет, кстати. А, ну Психозис, да, здесь есть. Мокери не вижу. Но Психозис здесь, понял, все. Ну, если что, мне пояснят, ребята, надеюсь. Короче, интересно, что это такое. Обложка не похожа на остальные обложки Мокери, да, потому что у меня в последнее время в более-менее такой одной стилистике было это все сделано. Тут уже что-то другое, и мне интересно, что это такое. Хочется получить годную альтернативу. Аранкара я слушал, такой син. Пустота, прикольный трачок добавлен, он у меня, насколько я помню. New Cult, реакция рано или поздно будет, но вы как бы... Сами понимаете, да? Но это больше трек Апологии, по идее. Ну да, больше трек Апологии, потому что он первый стоит. Но, тем не менее, Мокери здесь есть. И мне интересно, что здесь мы услышим. Если Апология мне зайдет, то мы его добавим. Тоже будем следить за его релизами. Ну, а сейчас мы слушаем. 1 ноября вышел трек. Только хочу сказать, что сейчас идет марафон синглов, и поэтому подписывайтесь на Telegram и Twitch, чтобы больше не проебывать такие ивенты, потому что сейчас, если вы смотрите на YouTube, вы это уже проебали. Да, все. Слушаем номера. Ебать. Ебать, окей. У меня есть что сказать по этому треку. Во-первых, 100% мы добавляем. Это однозначно. Бам. Я просто хочу огромный респект парням дать. Во-первых, за вокальные данные. Реально довольно крутые. И во-вторых, вот недавно, совсем буквально вчера, да, вчера же это было. Вроде вчера мы слушали альбом Букера «Злачное место». И там была проблема в некоторых треках, что... Свидос, вот этот его уникальный, вот этот самобытный его стиль, вот эта обработка его вокала, она оставалась одна и та же везде, во всех треках. А треки разные. И были треки, которые вообще не нуждались в таком Свидосе и близко.
Вы поняли, к чему я веду. Мокери чаще всего юзает, ну, свидос своей капы, что она прям глубоко и там несколько дорожек. В общем, она прям глубокая такая альтернативная, прям тяжелая альтернатива. Да? Вот как тут, например. Вот, тут такая капа. В пустоте то же самое. New Cult. Ну, тут я только враг слушал. А тут... Тут трек не требовал такого свидоса. И они его не сделали. Они сделали абсолютно все по-другому. И трек из-за этого просто охуенный. Вот тут в своем стиле спел Апология, кстати, да. Апология, бля, базара нет, подписываемся, хорошо. Тем более они все кореша тут втроем. Раз мы сабнулись уже на Психозиса, сабнулись на Мокери, то и на Апологию тоже, думаю, пора. Тем более в этом треке он, бля, круто сделал. Короче, огромный респект парням, что реально не стали свою вот эту фишку, свою вот эту капу пихать сюда. Ну, это было бы не очень. Поэтому вот эту всю шайку-лейку мы добавили, и теперь будем за каждым релизом их следить. Это круто. Огромный респект парням, трек хороший. Запоминается очень припев, и, блядь, он прям реально сильный. Не так уж и много я слушал этих парней, чтобы говорить что-то про всю дискографию, но, блядь, это, я уверен, один из самых сильнейших треков. Это очень круто, реально, огромный респект. И облога прикольная. И облога прикольная. Все, я думаю, я все сказал, что хотел. Бля, охуенный трек. Будем ждать новых релизов от парней. Реально. Ну что ж, с вами был я, Афан. Вы были на канале Afan of Music. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Да. И не забывайте оставлять комментарии. Сабайтесь на Telegram, Twitch, чтобы не проебывать марафон синглов, он будет продолжаться, я вас наебал в начале, да, я вас вообще все видосы подряд наебывал, на самом деле марафон синглов только будет продолжаться, я вот сейчас просто думаю над мыслью, что поделить его на 4 дня, чтобы так было легче, да, и по 3 часа просто стримить и себе мозги не ебать, тем более в целой неделе впереди, почему бы и нет, вот, короче, как-то так, да. С вами был я, Афан, вы были на канале Afan of Music, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!